И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить оригинальную GameCube версию Resident Evil Remake в режиме один опасный зомби на уровне сложности Hard на челлендж Only Knife, только нож, плюс без применения оружия самообороны и без использования керосина за Криса Редфилда. Сейчас я отправляюсь к 42-му растению. Это будет испытания. Две фазы. Полные две фазы 42-м растением. Зарезать. Задача. Посмотрим, как у меня будет получаться это. Сколько он мне напинает. Сложно сказать, что сложнее было. Бой с Кримзоном или... сейчас, который будет бой с 42-м растением. Но мы это скоро узнаем. Точнее, уже прямо сейчас берем в руки нож и заходим к 42-му. Какую тактику? Не знаю, какую тактику мне принять. Тактики особой нету. Надо резать его. Пока возможно такое. Ах ты сволочь! Так, режем, режем и отбегаем. Режем, отбегаем. Отбегаем, отбегаем и режем. Отбегаем. Отбегаем. И режем. Ах ты черт, цепанул гад. Отбегаем. Отбегаем. Ах ты тварь, хватит меня цеплять. Так, уже коушен. Замечательно. Так, отбегаем, отбегаем, отбегаем. Даем ему пинка. Ах ты черт. Черт, черт, черт. Ранил меня, гад. Здоровье уже коушен. Ах ты черт, лишь бы не скинул вниз. Здоровье коушен, неважно. Получай, попал, надо же. Еще раз попал. Две фазы, напоминаю. Нет, не попал, не попал. Черт, опять не попал. Да, не попал. Ах ты, черт, не попал. Черт, он меня скинул. Оно меня скинуло. Надо подлечиться. Это болезненно очень. Это дейнджер. Это полная хилка. Поднимаемся на второй этаж. И начинаем заново. Ах ты, сука. Так, отбегаем. Получай, урод вонючий. Вот вонючка, а. Ах ты сволочь. Саранча вонючая. Получай, урод. Так, еще раз я его задел. Так, отбегаем. Еще раз я в него попал. Так, и он меня попадает. Нет, 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 отбегаем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Так, получай, вонючая тварь. Нет, 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 нет. Так, отбегаем. Ах ты сволочь, черт, он меня сейчас пнул, гад. Ах ты тварь. Да, здоровье опять коушен. Неважно. Так, попал я в него. Отлично. Так, отбегаем. Не попал. Так, еще раз пробовать. Ах ты черт, не попал.
Отбегаем, отбегаем, отбегаем назад. Черт, 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 опять я мимо. Назад, 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 назад. Получай, урод. Ах ты, черт. Черт, я ранен. Давайте подлечимся. Ах ты, тварь. Нет, 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 назад, назад, Крис. Так, вроде и осталось-то немного. Не получается пока цепануть его. Черт, он в меня попадает, гад. Ну где же ты? Черт, 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 черт. Нет. Так, отбегай, Крис. Блин, опять я ранен. Это все печально, печально. Ладно, давайте вниз спустимся вниз. Попробуем снизу с ним подраться. Так, здоровье Коушен. Неважно, неважно, конечно. Давайте подлечимся. Так, будем здесь как-то ловить его. Не получается. Попал, отлично. Назад, так, назад, Крис, давай назад. Нет. Не попал, не попал, не попал, не попал. Ах ты, тварь, он меня попал. Вот дерьмо. Не попал. Ну где же ты? Вот оно, черт возьми. Сколько там у нее еще осталось-то, а? Ах ты, сволочь, напинал он мне. Тварь вонючая, Коушен уже. Ёлки-палки. Черт, так не пойдет, так не пойдет. Давай, давай, Крис. Нет, нет, опять не то. Опять не получается. Что ж такое-то? Вроде попал, да, сейчас? Или не попал? Так, назад, 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 назад. Ну где вы, корни сраные? Черт, опять не то. Вот где они есть-то? Не вижу я, блин. Давайте еще раз назад сбегаем. Ну, появись ты здесь хоть, а? Черт, опять они исчезают где-то. Вот сволочь, а? Давайте подлечимся. Так, истратил я уже много хилок. И еще только первая фаза. Еще только первая фаза, это охренеть можно. А уже столько истратил. Так, ну где же ты? Отпусти меня, гадина, тварь вонючая. Получай, вонючка. Так, уже опять Коушен у меня. Хреново дело. Дело вообще хреново. Ну где ты, где? Где же ты, черт, тебя подери, корень тупой. О, черт, не вижу я ни хрена. Блин. Ладно, давайте наверх подниматься. Вроде сверху как-то эффективнее получалось. Нет, 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 нет.
опять не попадаю опять. Опять я не попадаю вот. Ну где же ты? Ах ты черт. Блять. Сейчас оно было быстрее, чем я. Ну давай, давай. Ну где ты, где? Тупое растение. Тупое растение. Два осталось этих. Две штуки всего. Вот это бы поймать его. Нет, 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 беги, Крис, беги. Так, назад, назад. Да черт тебя подери, ты, блин. Опять я ранен. Опять коушен. Хреново все. Все хреново. Может быть, с этой стороны. Ну-ка, ну-ка. Ах ты, тварь. Так, коушен. Получай, сволочь. Так, ждем. Давай, давай. Иди сюда, корень. Ах ты, тварь. Дэнджер, лечимся. Тварь вонючая. Получай, попал. Черт, это только все еще одна фаза, охренеть можно. Вот как-то отсюда я попал. Ну давай, где же ты? Где ты, сволочь? Вот оно, да. Примерно понимаю, когда нужно бить. Так, давай, 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 давай. Ну где ты, где? Я срезал его, что ли? Чё, только один, что ли, остался? Как мне его ловить? Я, похоже, срезал. Один остался, черт. Он где-то там. Черт, твою мать. Корень вонючий. Черт, вот надо его где-то здесь где-то здесь его ловить надо. Так, ну где ты? Вот оно. Черт. Где же? Где? 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 Черт, это же только одна фаза. Ёлки-палки, а? Вот оно. Блин, а? Ну-ка. Попал. Отлично. Так, отбегай, Крис. А где же вторая-то фаза? Или ее здесь не будет, анимации? Может, ее не будет просто анимации? Потому что у него одна эта осталась всего лишь. Нет, нет, нет. Не то, не то, не то, не то. Так, ты где же ты? Нет, 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 нет. Отбегай, Крис, отбегай. Так, где ты? А вот ты где.
Гай Крис. Черт, одна эта хрень осталась. Ну где же ты? Где? Вот оно. Так, надо бегать. Ну, где? Так, вот оно. Есть! Все что ли? Да, тут всего одна анимация, да. Я зарезал растение 42. Горем пополам, но зарезал. Фух. Я выжил, да. Я выжил. Здоровье у меня файн еще. Ну все, выходим тогда. Ладно, черт с этими хилками. Я готов был их отдать. Ну да, тут можно у Ребекки будет подлечиваться, но когда уж теперь? Фу, вряд ли уже теперь. Давайте сразу подлечимся до полного ХП. Давай, Ребекка, вылечивай меня на полное ХП. Фух. Ну все, уходим отсюда. Уходим отсюда. Теперь возвращение в особняк. Охотники. Да-да. Они самые. Да, тут еще Вескер. Надо, думаю, сохраниться после такого. Так, давайте зайдем в комнату сохранения. И сохранимся. Возьмем с собой одну траву. Пока что, и все. Так, сохраняемся. Нет, это нам не надо. Так, и мы продолжаем. Убираем ленту. На всякий случай вот эту смесь еще возьмем, потому что могут отравить. Вот почему. Так, и бежим в особняк. Сейчас еще собаки встретятся. Еще опять Брэд в очередной раз попытается связаться с нами. Так, бежим. Вот тут сейчас будут собаки. Быстро удираем просто. Они не должны успеть среагировать. Одна спящая. Пошла к черту. Блин, а чуть не среагировала. Кстати говоря. Змеи, кстати, можно порезать здесь. Чтоб они меня даже не думали отравить. Так, вот сюда к лифту отбегаем. И начинаем их резать просто. Так, отбегаем. Вот сюда, к лифту. Давайте, змейки. Режем их всех. Так, ну где вы? Так, ждем. Будет еще партия. Так, еще одна. Давай, ползи сюда. Ждем ее здесь, у лифта. Ну давай, ползи сюда. Давай. Я тебя жду. Давай, ползи сюда.
Ну где же ты, змея? Да ёлки-палки. Давай, давай. О. Ползёшь? Давай, давай. Иди сюда. Получай. Так, там еще должны быть. Вот еще одна упала. Замечательно. Давай, иди сюда. Да, тем самым мы просто себе сэкономим кучу нервов. Давай, иди сюда, куда пошла? А ну получай. Так, минус еще одна. Да, и тут еще есть. Вот они, вот они, вот они, вот они. Пошли за мной, давайте. Все дружно, давайте, ползите сюда. Сейчас мало вам не покажется. Ну где вы, где? Ползешь? Молодец. Так, всех, всех мне резать, всех. Так, одна уползла. Давай, иди сюда. Куда пошла? Так, это все? Или есть еще? Так, вот еще одна. Последняя, видать, последняя осталась, да. Давайте ее дождемся. Зачистим это помещение, так как оно зачищается. Я думал, поначалу эти змейки вечный респаун, но нет. Один раз достаточно зачистить, и все, их больше не будет. Все, всех зачистил. Теперь перебираемся на другую сторону. Так, 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 так. Перебираемся по лестнице. Здесь у нас собаки, мать их. Ну ничего, убежали от них. Так, и проходим дальше. Да, проходим дальше. Так, теперь у нас есть варианты, куда пойти. На самом деле. Сейчас будут охотники. Куда пойти? Так, бежим отсюда. Давайте пока сюда сбегаем, перезайдем. Так, можешь в кладовку сбегать. Так, давайте в картинную галерею. Можно, кстати, сразу к боссу сбегать, к змее. И резануть ее. Неплохой вариант, я считаю. Это. Да. А давайте так и сделаем, знаете, не будем мы заморачиваться особо. Побежали к змее. Фореста, кстати, больше не должно быть. Особняк видоизменился. Так, ну можно дверь открыть здесь, например. Пока не заходить, просто открыть дверь. Так, бежим отсюда. Значит, да, отсюда бежим.
Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. А у нас зомби тут еще ходит, да. Так что все нормально. Ну все, побежали к змее, резанем ее. Ну, не быстренько, конечно, но резанем. Возьмем первую медальку хотя бы. Так, в этом коридоре у нас Кримзон и два зомбака. Ну, пока пробегаем, да. Бежим к змее. Потом надо будет еще за камнями сходить. Один для модиска, а другой для этого, как его, ключа с эмблемой семьи Спенсеров. Не останется подвал еще. Так, вот она, змея появляется. Молодец. Так, слазим. Так, бежим за ней, берем нож и бежим за ней. Получай. Так, с какой стороны она? Ага, она поменяла направление. Так, режем ее. Отлично, два удара. Три удара. Так, опять она изменила направление. Ну, ничего страшного. Так, 4. 5. Так, где ты будешь сейчас? Где ты будешь? Ага, понятно, понятно. Она, в общем-то, здесь. Так, режем ее. Пока есть такая возможность. Так, она здесь, понятно. Понятно, змея, понятно. Так, режем, 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 режем. Так, ждем. Ага, она здесь. Голова вылазит. Молодец, змея, молодец. Так, ждем. Сейчас, наверное, поменяет расположение. Опять в другую сторону пойдет. Ну да, так и есть. Так, вот ее хвост, пока далеко не уполз. Заходим. Серию ударов просто делаем. Так, змея, ну ты где сейчас будешь? Опять в другую сторону? Опять в другую сторону. Понятно, все с тобой, понятно. Так, бегаем за хвостом. Ах ты, черт. Так, сейчас опять в другую сторону пойдет. Опять другую. Так, вот большой длинный хвост. Давай, раз, два. Еще надо. Так, опять, наверное, сейчас изменит направление. Так, вот она стоит. Так, раз, два, три, четыре. Четыре удара даже прошло, офигеть. 5, 6. Ну ты где, змея? Где ты? В другую сторону пойдешь, да? Ну да. Так, оббегаем. 7. Так, и сколько там уже? Еще парочку надо. Ах ты, черт, не попал. Так, понятно. Получай, получай. Куда уходишь от меня, хвост? Так, ну давай, ты с какой стороны сейчас идешь? Нож-то у Криса помощнее, чем у Джилл, и она быстрее отвалится. Все равно, так или иначе. Куда ты уходишь? Так. Понятно. Меняем опять расположение. О, хорошо, хорошо. 3. Ах ты, черт, третий не прошел.
Так, давай, змея, ждем ее здесь, ждем. Давай, давай, хвост. Раз, два. Черт, опять два только. Три, четыре. Ну давай, змея. Откуда? А, ты тут, да? Ну ладно, ничего страшного. О, хорошо, хвост, хорошо. Раз. А, блин. Два. Так, она идет. Она ползет. Вся в крови. Или что это у нее такое? Так, ну где ты? Так, в другую сторону, да, сейчас пойдет? Ну да. Так, а мы быстро бежим. Бежим быстро. Все, она сдохла. Я ей уже собрался еще серию ударов и жестоких делать. А ей всего одного не хватало. Мы берем книгу, в которой медаль волка. Да, убираем нож. И бежим за книгой. Открываем ее. И вот она, медаль волка. Можно ее в ящик отнести надолго, в принципе. Так, забираемся вверх по лестнице. Так, ну теперь за камнями сходим. Там должно быть пока тихо. Пока охотников там не должно быть. Так, выходим. Ну тут сейчас, правда, Crimson Head будет пытаться атаковать. Надо аккуратно. Аккуратно, быстро забежать в дверь. Лучше по второму этажу ходить, потому что по первому там зомби ходят все еще. И охотников тревожить не вот, чтобы оно хочется. Фух. Фух. Ладно, прошел, так прошел. Вот она, дверь. Так, чё, нам убрать надо что-то. Давайте спустимся. В лазарет сходим. Уберем пока ненужные вещи. Ну вот, убираем медаль волка. В принципе, смеси эту тоже можно убрать пока. Одну траву оставить. В принципе-то ленту. Насчет ленты не знаю. Не, пусть пока тут побудет. Так, все, выходим. Идем за камнями, да. Идем за камнями. Лучше, конечно, охотников здесь не будить. Не тревожить их. Да, это лучше всего. Так, двигаем здесь тумбочки. Надо два камня взять. Так, одну подвинули и вторую двигаем. Выключаем свет. Так, теперь возьмем сперва желтый камень. Да кинжал мне не нужен ваш. Так, берем желтый камень. Давай, поворачивай сюда. Так, теперь за красным бежим. Берем красный камень. Все. Теперь надо вставлять их идти. Да, вызывать здесь охотников, вызывать, не вызывать. Да пусть будут. Плевать-то на самом деле. Так, я вот даже не знаю насчет этой зеленой травы. Может ее убрать все же.
Давайте уберем. Не будем захламлять мой инвентарь. Давайте пока уберем. Так, ну сейчас мимо охотников надо быстро убежать. Потом опять-таки зомби. А вот тут сейчас появятся охотники. Пошли к черту. Так, тут зомби прям прет на меня. Надо быстро рулить, иначе опять укусит. Так, а, мне вот сюда надо теперь, да. Давайте зайдем сюда. Ставим желтый камень. Тигры бывают желтыми и синими глазами. Вставляем желтый камень. И берем мой диск первый. Вот он, мой диск. Берем. А да, я вспомнил, что мне придется охотника резать. Еще. Чтобы спасти Ребекку. Да, это, конечно, печально. Но, в принципе, это можно в любой момент сделать, когда уже уходить буду из особняка. Совсем. Так, давайте бежим отсюда. Теперь надо бежать в дверь в холле, которую я открыл. Да, бежим туда. В подвале будет проблема в виде зомби. Там, скорее всего, не получится убежать. Так, бежим сюда. Лишь бы здесь не вызывать охотника. Давайте сразу все сделаем. Так, там есть зеленая трава. Заходим сюда. Тут у нас зомби одинокий ходит. Но мы пока... Мы не будем его трогать вообще никак. Так, берем траву и шкатулку. Вот это берем. Зомби, иди к черту. Все, уходим отсюда. Так, нет. Потом сейчас выйдем и тогда вставим. Соберем пазл. Трам-пам-пам. Так, вставляем камень. И собираем пазл. Так. Вот опять. Надо подбирать, как оно будет выглядеть. Наверное, не угадаю я нифига. Как всегда. Хотя, должен угадать, вроде бы. Так, ну это же сюда. Так, стоять. Это сюда. О, так, и осталась последняя деталька. Это вот сюда. Все, берем здесь ключ, брошь, который превращается в ключ. Так, отлично, у нас есть ключ. Также мы здесь можем ленту взять. Блин, зачем я этот документ взял? Так, берем ленту. Три штуки. Теперь надо в кладовку бежать. В общем, надо быстро сейчас открыть дверь, выбросить этот ключ, чтобы не создавать скрипт. Так, заходим сюда. Охотники меня сейчас опять могут просто уничтожить. Я помню, как они меня не пускали просто на второй этаж. Так, давайте быстро сейчас откроем дверь и не будем заходить.
Так, фух. Повезло, так повезло. Так, сейчас быстро бежим в кладовку. Отлично, успели. Ну все, сейчас сохраняемся и завершаем серию. А подвал уже оставим на следующую. Так, убираем мой диск. Это еще вообще не скоро будет нам нужно. Соединяем ленту. Что у нас по травам? Ну, не густо, конечно. 4 полных хилки. 3 травы. Смесь. Так, одну траву мы возьмем, это точно. Давайте одну с собой возьмем еще. Так, сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.